сожалению, за 90-е 2000-е годы, когда рушилась идеологическая система коммунизма, под ним рухнула и, к сожалению, воспитательная система. И сегодня выросло целое поколение молодежи, которое метод убеждения уже не воспринимает всерьез. Наша молодежь абсолютно не знает о Великой Отечественной войне, то, что делают очень плохие вещи, также не уважают старшее поколение. И при создании этого фильма там было все это очень сильно показано. И я считаю, то, что таких фильмов должно быть намного больше. Безусловно, это не коммерческий проект, и слава богу. И хорошо, что этот проект вообще сейчас имеет место быть. Наряду с такими фильмами, как «Битва за Севастополь», «А зори здесь тихие». Выиграли комплект наград ветеран Великой Отечественной войны и выиграли одну из наград Героя России у его сына. И в наше время должны быть люди, которые способны разобраться с такими неприятностями. Я думаю, не то что думаю, даже уверен в этом, что на такой фильм надо водить молодежь. Показать молодежи, что во время Великой Отечественной войны и так было все плохо, и нужно уважать то, что сейчас нам дали, ну, так скажем, те люди, которые воевали. С точки зрения социальной значимости, это очень нужный и своевременный фильм. Мы увидим вот готовый, горячий, вкусный, зрелищный пирог. Надеюсь, что он понравится всем. Я думаю, неравнодушных не будет. Это безусловно, потому что тема очень живая, тем более в это время. Классический фильм в плане того, что всегда добро побеждает зло. И большое спасибо, скажем, Кентя Темка, за то, что он это все снял.